Вот уже несколько лет в дни новогодних каникул клуб собаководства «Акбар» Центра внешкольной работы проводит праздник для всех любителей четвероногих друзей. В этом году темой ток-шоу стали собаки героя Великой Отечественной войны. И сегодня будет информация для местного населения о тех собаках, которые в годы Великой Отечественной войны также были плечо к плечу с нашими воинами, с нашими дедами и отцами в боях. В Великой Отечественной войне. Горожанам рассказали о собаках, которые, жертвуя собой, взрывали немецкие танки. Одна четвероногая воительница Дина пустила под откос вражеский бронепоезд, причем сама осталась жива. Немецкая овчарка Джуль Барс обнаружила 7500 мин и более 150 снарядов. Эта собака участвовала в разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены. О подвигах животных героев нельзя забывать, особенно в год 75-летия Великой Победы, уверены организаторы праздника. Также наши сейчас ребята готовятся уже к параду Победы 9 мая, и мы планируем, что в параде будут участвовать собаки, которые будут символизировать тех, которые участвовали вот в дни Великой Отечественной войны и пройдут по площади вместе со своими хозяевами. Также у посетителей ток-шоу была возможность пообщаться с опытными собаководами и побольше узнать об особенностях той или иной породы, прежде чем заводить собственного четвероногого друга. Алексей рассказал гостям выставки о своих собаках породы кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Для дома, я считаю, самое оптимальное. Они вообще не рвут, не ломают ничего. Такие, как кошки, просто все время на кроватке лежат рядом и все. Хулиганства особо нет никакого. Очень ласковые, неприхотливые, мягкие, можете потрогать какие. Сам дружелюбные, кусаться вообще не умеют. Они, то есть, могут только залезать насмерть и все. Еще один праздник для любителей собак клуб «Акбар» организует в мае. Горожан ждет выставка и парад пород, а также показательное выступление кинологов. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. Удаление, жесткая борьба за шайбу и овертайм. В первой домашней игре в этом году в рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд саровские спортсмены скрестили клюшки с борским кварцем. В первом периоде саровчане заявили о себе как о серьезном сопернике, отправив в ворота борчан сразу 3 шайбы, в ответ получив 1. Пока хорошо, нравится. Наши ребята стараются. Ну, пока ведут счет. Посмотрим дальше, что будет. Ребята хорошо играют. Хорошо. То есть вам все нравится? Хотя доставляет удовольствие. Конечно, победа. Мы быстрее. У нас нападение быстрее. У них медленнее это катаются ребята. Так что мы за счет скорости выиграем. Мастеровито сыграла Румынин. 3 шайбы – это хорошо. Я надеюсь, что и будет дальше. Увеличится счет, и наши выиграют. Во втором периоде обе команды обменялись 3 шайбами. А в третьем на ледовом поле развернулись нешуточные баталии. Взяв инициативу в свои руки, хоккейный клуб «Кварц» забил ворота саровчан сразу 2 гола. Основное время закончилось со счетом 6-6. Исход игры решил овертайм. 7-6 в пользу саровчан. Здесь нет слабых соперников, все могут, все хотят. Поэтому раз, зацепились, 6-6. Ну, хорошо, что овертайм выиграли. По словам тренера хоккейного клуба «Кварц» Алексея Мишина, до победы ребятам не хватило выносливости. Виной всему усталость с дороги. Отсюда идет невнимательность и рассеянность спортсменов. Плод такой ошибок, невынужденных. Ошибаются в передачах, идет перехват, и ребята из Сарова очень быстрые и хорошо играют в пас. Естественно, они разрывали наших защитников и забивали голы. Причем голы хорошие, ну, можно порадоваться за тех ребят-исполнителей, которые это делали. Результатом, конечно, удовлетворены. Даже проиграв в овертайме, тем не менее, я считаю, что мы достигли и заслуженного этого очка. Хоккейный клуб «Саров» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. Домашний матч он проведет 25 января, начало в 13 часов. Следить за игрой можно будет онлайн в официальных группах ТРК, канал 16, в соцсетях и на Ютубе. Сегодня праздник наш, сегодня праздник твой, сегодня будем веселиться мы с тобой. Развлекательную программу «Рождественские истории» открыли воспитанники ансамбля русской народной песни «Забава». Вместе с руководителем коллектива солисты напомнили гостям, как веселились во время зимних праздников наши предки. Я очень рада выступать в нашем городе, очень рада дарить положительные эмоции жителям Сарова. Мне очень нравится видеть счастливые лица детей, счастливые лица их родителей. Легкий мороз и задорные русские народные песни не давали зрителям просто так стоять. Многие сами просились в пляс. И дети, и взрослые пели колядки, участвовали в конкурсах, танцевали под современную музыку.
Выступления творческих коллективов и игровая программа на лыжной базе проводятся каждый год во время новогодних праздников. Организаторы дают возможность саровчанам активно провести время на свежем воздухе всей семьей. Традиционно ежегодно программа на лыжной базе готовит Центр внешкольной педагоги и воспитанники Центра внешкольной работы. Эстафету веселья солисты Забавы передали активистам клубов по месту жительства «Мечта и здоровье». Игровую программу продолжили снеговики, которые провели для детей конкурсы. Пока одни отвечали на вопросы викторины и выполняли сложные задания, другие тренировались ходить на командных лыжах и в гигантских ботинках. Очень хороший праздник, спасибо большое Забаве, так нас хорошо, здорово развлекали, дети все довольны, походили на этих самых, вот в новой обуви походили. Спасибо вам большое. Молодцы, только жалко, что нигде не было объявления, что сегодня будет здесь такой праздник. Я своих друзей звала, они говорят, да что ты придумал, нигде ничего нет. Праздник веселый, задорный. И замечательно, молодцы. 2 часа на свежем воздухе с песнями, танцами и подвижными играми стали для взрослых и детей настоящим праздником. Каждый получил заряд бодрости и веселья, а дети еще и сладкие призы. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 8 января исполнилось 70 лет заслуженному тренеру и руководителю Центра тестирования ГТО России Виталию Карловичу Михайлову. Он воспитал чемпионов мира и продолжает тренировать будущих великих спортсменов. Среди его подопечных Олег Токтаров, Максим Тарасов, Павел Харитонов, Вадим Сайгин, Виктор Мерешкин и другие известные люди нашего города. Мы от всей души поздравляем Виталия Карловича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, успехов и благополучия. Документальный фильм «Секрет мастера», посвященный 70-летию Виталия Карловича Михайлова, смотрите в ближайшее время на канале 16. 6 января в бассейне «Ариэль» молодежного центра прошло спортивно-развлекательное мероприятие «По волнам здоровья». 3 команды из числа детей и родителей приняли участие в эстафетах «Найди клад», «Передай другому» и «Кто быстрей». Победила дружба. Каждый участник получил заряд положительных эмоций, бодрости и хорошего настроения. В рамках Всемирного дня снега 18 января в Сарове пройдет конкурс снежных фигур. Горожане смогут своими руками создать зимнюю выставку под открытым небом для детей и молодежи города на тему «Спорт. Нормы жизни». К участию приглашают всех желающих. Подведение итогов. Награждение 10 лучших работ грамотами и призами состоится 19 января в 12 часов. На искусственных полях стадиона «Икар» проходит зимний чемпионат города по футболу 7+1. В турнире принимают участие команды «Дивеевская вода», «Детройт», «Авангард», «Восток», «Пламя», «Дюс Шикар», «Икар», «Феникс», «Саров Инвест». Победитель определится в марте. Расписание игр и подробную информацию о турнире можно найти в группе ВКонтакте Федерации футбола города Сарова. В городе Бор состоялся областной финал всероссийского турнира «Мини-футбол школу» в возрастной группе 2006-2007 годов рождения. Честь Сарова защищала команда школы номер 14 в составе Николая Борискова, Евгения Богатырева, Сергея Пешехонова, Данила Доронина, Никиты Коршунова, Павла Казакова, Арсения Сереброва, Андрея Земского, Марата Редько, Александра Назарова. В сложной борьбе ребята завоевали победу и теперь будут представлять Нижегородскую область в финале Поволжья. В спортивной школе «Икар» прошли чемпионат и первенство Нижегородской области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. Конкуренцию атлетам «Икара» составить никто не смог. В дисциплине «Двойной мини-трамп» победителями в своих группах стали Максим Синицкий, София Голубкова, Евгений Кульков, Милана Грачева, Тамара Давыдова. В дисциплине «Индивидуальные прыжки на батуте» лучшими стали Кирилл Пешехонов, София Голубкова, Евгений Кульков, Екатерина Киселева, Дарья Суровяткина, Ярослав Ермаков. На высшую ступень пьедестала почета в синхронных прыжках на батуте поднялись Максим Синицкий и Кирилл Пешехонов, Таисия Рычкова и Мария Шабурова, Евгений Кульков и Артем Лобанов, Милана Грачева и Дарья Сундукова, Тамара Давыдова и Ирина Тимонина, Ярослав Ермаков и Егор Славин. Команды юношей и девушек «Дюс Шикар», в составе которых выступили Евгений Кульков, Максим Синицкий, Кирилл Пешехонов, Даниил Ермаков, Екатерина Киселева, Милана Грачева, Мария Баранова и София Голубкова, стали лучшими на соревнованиях. Тренируются спортсмены у Александра Абакарова, Анатолия Меньшенина и Ольги Серовой.